Куда бы ни закинула судьба человека, он все равно внутри остается русским. Whenever faith is from Russian person, he always remains Russian. На знаменитом конкурсе Евровидения Александр Рыбак, представляющий Норвегию, исполнял песню Fairy Tale. И поверьте, ему подпевала наша страна, потому что внутри он русский. So our Александр Рыбак, who is Russian, was presenting Norway on a Eurovision Song Contest, and he was singing Fairy Tale. And by the way, the song gave him the victory. Ну что, подпоем этой песни еще раз. Ее представят Виктор Терехов и Максим Путин. Fairy Tale! You obviously know this song. Let's sing together. Наконец-то мир оживает, и мы скоро совсем забудем про эту понятичку. COVID-19 is setting out. I think we're gonna forget about it like so. Прошел конкурс Евровидения в Голландии, где нашу страну представляла певица Манижа. There was a colorful show in Netherlands this year, Eurovision Song Contest. And Russia was represented by singer Manisha. Песня залетела в душу, как говорят у нас в стране.
The song became famous to the fans from Russia and from the world. Встречайте на этой сцене младшая сестра Манижи, Марика Максакова! Here's the little sister of Manisha, brightest, Marika Maksakova, we sung Russian woman. Welcome! Наши дети преодолевали 1000 километров. Но немногих это получалось сделать. To come here, our kids just have a lot of time and kilometers to get here. Поэтому некоторые репетировали онлайн. Our next artists live in different city, although they are here. Встречайте на этой сцене город Санкт-Петербург, объединенный с городом Москвой. Here's Варя Бутко and Алиса Савчиц, Saint Petersburg and Moscow. All the team, all the Dubai from love.
Браво! Браво, аплодисменты!